Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня хочу представить вашему вниманию проект, который встал на предстарт. Называется Stream Cash. Работать он будет по принципу живой очереди. До старта 7 дней 6 часов. И вход единоразово 280 рублей. Из можно с 280 рублей заработать 400 тысяч рублей. Значит, живая очередь, реферальный бонус 80 рублей, безопасность. Оплатите 200 рублей единоразово и ожидайте своей очереди на получение денежных переводов. Здесь статистика. Значит, старт проекта 25 июня 18:00 по московскому времени, друзья. По кнопке опускаемся ниже. Здесь можно присоединиться к группе ВКонтакт. Давайте перейдем к маркетингу. Что нам предлагает? Представляем вашему вниманию денежный поток. Так, маркетинг. В системе один тариф. Бинар-пассив. Структура состоит из 5 уровней. 2 человека на первом уровне, 4 на втором, 8 на третьем уровне, 16 на четвертом и 32 человека на пятом уровне. Стоимость активации 280 рублей. Из 280 рублей 80 рублей идет на пригласителю, это реферальный бонус, а 200 рублей идут на вашу активацию в очереди. Покупка уровней полностью автоматическая. При накоплении определенной суммы система купит за вас необходимый уровень. Первый уровень, 2 продажи, 400 рублей, 200 рублей идут на вывод, 2 платежа по 100 рублей идут на накопительный баланс для покупки второго уровня. Второй уровень, 4 продажи, 800 рублей, 400 рублей идет на вывод, 4 платежа по 100 рублей идут на накопительный баланс для покупки третьего уровня. Третий уровень, 8 продаж, 3200 рублей. Это будет стоить, и 1600 рублей идут на вывод. 8 платежей по 200 рублей идут на накопительный баланс для автоматической покупки четвертого уровня. Так, и четвертый уровень, это 16 продаж. Так, 25600 рублей. 12800 рублей идут на вывод, 16 платежей по 800 рублей идут на накопительный баланс для автоматической покупки пятого уровня. И пятый уровень, это 32 продажи. 400 тысяч рублей идут на вывод, 32 платежа по 12500 рублей идут на накопительный баланс для автоматической покупки 48 технических клонов. Клоны покупаются для дополнительного движения в очередь. Общая сумма финансовой помощи в системе с одной площадки с вычетом стоимости уровней более 400 тысяч рублей. Значит, заполнение структуры происходит не вашими личными приглашенными. Можно здесь зарабатывать, начинать без приглашений. Как я сказала, это живая очередь без привязки рефералов за счет общих приглашений всех участников. Но приглашая, вы будете получать реферальный бонус в размере 80 рублей. Так что приглашать выгодно, друзья. Более подробно, как проходит заполнение матрицы и идут начисления. Я все уже зачитывать не буду, только самое основное вам зачитаю. Так, система работает по принципу живой очереди, то есть заполнение матрицы идет в порядке очереди, каждому по 2 человека. Важный момент, когда подходит очередь к вам, вы не сразу получаете рефералов на все уровни, а всем только по 2 реферала. И далее здесь все вот это
можно все прочесть. Тут уже так все разжевано, все очень подробно расписано, друзья. Регистрация наипростейшая. При регистрации указываем Pair кошелек. Так как проект работает с Pair, я войду в систему авторизация по логину и паролю. Значит, активация бинара будет 25.18.00. Расстановка по кнопке. Значит, пополнять пока не обязательно, если не хотите. Можно пополнить. Значит, здесь мой баланс, заработано количество рефералов. И здесь у нас в кабинете находится сразу же наша партнерская ссылочка. Но это вот аккаунт. Значит, вкладочка «Партнеры». Мои рефералы будут находиться наши партнеры приглашенные. Рекламные материалы. Находится также партнерская ссылочка и баннер. У меня уже баннер в работу я запустила. Уже реклама запущена. Так, партнер, я вам пока рекламный баннер. Так, бинар пассив. Здесь еще нет ничего, так как все будет в день старта. Первый, второй, третий, четвертый, пятый уровни. Так, конкурс лидеров есть, друзья. Можно выиграть 3000 рублей. Так что тоже приглашать есть стимул, кто хочет поучаствовать в конкурсе. Ну и здесь вот логин лидера. Так, пополнили минимум на 200, на 280 рублей. И кто сколько пригласил. Значит, здесь баланс, вкладочка «Пополнить баланс». Сумма указана, уже стоит по умолчанию. Нажимаем «Пополнить» и пополняем. Далее. Вывод средств. Будет, что выводить сюда, прописываем сумму. Нажимаем «Вывести». И есть внутренний перевод. Вот баланс, сумма, валюта рубли и логин пользователя. Перевести пользователю. Далее настройки. Контактные данные. Можно загрузить аватарку. Здесь ваш Pair кошелек будет, ваш логин. Ну и все такое. Я здесь все заполнила. Смирнова Елена, кроме телефона, Skype и ВКонтакте. Так, настройки я вам показала. Здесь сменить пароль. Что еще? А, группа ВКонтакте есть. Перебрасывать на страничку. Сейчас страничка загрузится. И можно присоединиться. Включить обязательно уведомления. Я забыла, чтобы быть в курсе событий, так как я... могу не так часто и заходить. Ну и поставить лайки. Можно. Далее что? А, чат ВКонтакте можно присоединиться. Кликаем, нас перебрасывают в чат проекта. Новости. И предстарт, пожалуйста. 17.06 вчера встал на предстарт проект. О проекте, ну и помощь. Вот такой вот проект. Кому интересно, хочет заработать, присоединяемся. Не хочет заработать, не присоединяемся. Когда буду пополнять баланс, я запишу отдельное видео. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.